Объект номер SCP-1995-RU. Он называется «Блуждающая пуля». Особые условия содержания. Ввиду невозможности захвата объекта, на территории его действия сооружена зона 126, площадью в 3 квадратных километра. По периметру зона окружена трехметровым забором с колючей проволокой. Из соображений безопасности сотрудникам запрещено входить внутрь огороженной области. Исключение составляют случаи проведения исследований. В этом случае сотрудникам разрешается заходить в зону. При этом они должны быть одеты в броню не менее 5 класса защиты. Описание объекта. Данный SCP представляет собой пулю, предполагаемый калибр которой 7,62 мм. Объект постоянно находится в движении. Скорость его полета варьируется от сотни метров в секунду в пассивном состоянии до 800 метров в секунду при активации. SCP-1995 движется в пределах области, расположенной в 7 километрах к западу от неизвестного города Республики Дагестан, Россия, около подножия горы, название которой, увы, засекречено. Границы территории действия объекта точно не установлены. Зона содержания создана с припуском около 50 метров от экспериментально определенных границ. В пассивном состоянии SCP-1995 произвольно перемещается по зоне. Расстояние до Земли составляет предположительно 50-60 метров. Активация происходит, если в радиус действия объекта зайдет человек, достигший возраста 18 лет, погрешность 2-3 месяца, и не несущий на себе средств защиты, способных предотвратить повреждение жизненно важных органов. Во время активации SCP-1995 резко меняет траекторию своего полета и устремляется к жертве. Объект обычно поражает свою цель в голову, сердце, либо любые другие части тела, повреждение которых может привести к летальному исходу, если немедленно не оказать медицинскую помощь. Объект не реагирует на людей, защищенных от снарядов калибра 7,62 мм, например, если они находятся в бронированном транспорте или одеты в спецброню.